Парк Шаранта. Музей авиации. Ой, нормально тут. Нет, тут видите, закрыто, сюда нельзя. Есть несколько самолетов, куда можно будет зайти. Это был уже пассажирский вариант. Сиденье как сейчас в маршрутках. Туда нельзя, значит, залезть. В итоге здесь можно засадиться. Тут пилоту уже нельзя быть. Можно быть только помощником пилота. А сейчас во рту. Вы стюардессы. И стюардесса. Итак. Как не нужно вести себя, когда вы идете со мной в магазин?